это мой подписчик. Не попал в траекторию. Ну, на Шевроле Нивах они такие жесткие ребята. Тут интереснее, Юра. Давай сюда. Если тебе интересно, там ты, Руслан, стоит, а там интересно. Да. Штурман тяжеловатый у него, мне кажется. Так, неожиданно из-за кустов показался Геленваген. Интересно, он тут может и сейчас и сам приземлиться. Так, хорошо. Красавчик! Вот это нормально, человек поехал. Вот какая помощь идет. Так, гелик продолжает борьбу. Копнул там ступеньку просто. Копнул ступеньку. Там гелик зажигает. На это рубилово. Это надо видеть. Дождь начинается, друзья. Сейчас будет хорошо. Тут Геленваген застрял. Неожиданно, конечно. Ну, в принципе, ожиданно. Места хорошие. Азиком легко достали. Надо продавать! Да, гелик чуть не проехал. Сейчас, может, такси поймаю. Так, а вот и гелик здесь. Я уже на нормальном месте. Смотрите, как едет. 63-й на Кразовских просто. Шикарно. Пилот отдыхает, глумится. Это вражеского автопрома машина. Вытаскиваем только американцев и англичан. Как он так?
сидит нормально. Ветер, выезжай! Ветер! Может, поменяться предложить? Да, вот такого глумления неожиданно, да? ГАЗ-63 глумится в жесткой форме над Геленвагеном. А, я видел лайфхак. Ох, там газик нормально. Как-то его... На бачок чуть его там клонит. Мы тут так опасно немного стоим. Задняя не включена блокировка. Все, газик застрял, наверное. Не, это невозможно. Да, это легендарное место. Тут глумился УАЗ над патрулями. Пилот, кстати, тот же, что в патруле сидел. Один из пилотов. Он даже не шевелится вообще. Просто даже не сдвинулся ни на миллиметр. Скажи, чтобы заднюю блокировку включил. А, задние не крутятся? А, одноприводный. 4:1 сейчас, да, формула? Одно колесо крутится. 4:1, новая, новый Геленваген модель. Да, да, надежно, да? Весь крутящий момент двигателя на него передается. Засадили капитально. Ищет место для старта. А, лебедка он, Олег, он лебедка. Я его не удержу. Пусть попробует. С лебедками. Да, что-то случилось. Одно колесо такое работает. Вон раздатка тоже так прыгает. Размотали лебедку. Может удержать. Ну,
такое кино. Тихо. Сейчас просто... Ну ты помнишь, как в этом месте Таляша над тобой глумился, да? Куда ты поехал вообще? Натягивал двух патронов. Ездил... Одновременно. Я же про это видео и говорю. Там немного, всего 3,5 миллиона просмотров. Да это ужас какой-то. Ты знаешь, что гелик 4 на 1 привод сейчас у тебя? Да, я вообще, да, но что-то нет. Блокировки не работают просто. Не работают? Нет, так задний мост вообще не крутится. Ну, он один-то, что-то крутится, то не крутится. Надо продавать. Там сейчас я договорился, этот на цветной машине можешь поменяться прямо сейчас. Он пока согласен. А две лебедки зацепили сейчас. Хотя бы ровно встать, да, ровно. Да. Человека за рулем гелика. Я только один вопрос. Чего ж тебе там не стоялось? Приехал вытянуть. Он приехал помочь, да, спасти. Вот третья лебедка сейчас может. Да нет, двумя должны. Должны я подтянуть. Тремя лебедками. Я помню, шестью лебедками. Да, там что-то ломало, примерно, постоянно. Ну, тут машина полегче, но сидит хорошо, я смотрю. Даже не шевелится, смотри. Не шевелится. Ты переехал в ту сторону? А третью пусть просто лебедку зацепят? Нет. Зацепите третьей лебедкой и вытяните. Сейчас друг приехал пьяненький, сейчас он тебя вытащит. Так, ну третью лебедку тащат, сейчас переедет, вторая лебедка переедет, прямее станет, я думаю, тогда шансы будут. Спроси у организатора, когда ответ. Если не скоро, пусть сидит. Так, две другие взяли лебедки. Да, да. Да, подожди, у нас просто, чтобы мы не рвали это колесо. Так, ну патрол. Толик, отойди, ты близко стоишь. Пошел. Ох, и копнули. Две лебеды, 63-й. Да, непонятно, что с приводом, с задним и с одним передним блокировки не работают, сказали. Какой-то батл, там уже Валера кричит не своим голосом. А что за батл? Патрол должен проехать? Говорит, что патрол бы здесь проехал, потому что я говорю, что едет человек, а не машина. Он говорит, сейчас я вам покажу, как едет человек. Ну давай. Давайте после соревнований. Не. Нам не интересно соревнование. У нас family квест, брат. Проедь-то патруля, а? Это теперь надо у кого-то Ниву взять. И на Ниве проехать, да? Да. Ну, в общем, вот так все это завершилось. Подписывайтесь, делитесь. Круто встрял. Надо продавать. Это просто одни специалисты в Мариуполе строили машину. Вот только забрали. Из-за этого застряло? Так она блоки даже не работает ни хера. Ни один блок. Одно колесо. Так, ну и теперь... Теперь по следам застрявшего гелика легенда советского автопрома. Колею вправо, вправо чуть-чуть, Олег правее. Вот как раз четко. Да не, ну там как-то можно застрять было вообще. Валера, едет не машина, едет человек. Все. Виталий, не уезжай, надо помочь, человек застрял.
Все. Все. Так гелик не говно. Гелик не говно. Вот такое неожиданное продолжение. Я знаю вас, который здесь проедет. А зачем я туда поехал? Зачем поехал? Думал, проедет. Да. Продолжается борьба. Вот это сюжет. Вот это сюжет. Да, такого поворота никто не ожидал. Виталик, помоги, надо выдернуть. Он не хочет тебя вынимать, все. Удаляй его из списка друзей. Так. Следующий поворот на заднем приводе. О, в белых кроссовках мужик тоже идет. Бодя, ты кроссовки испачкал? Такие акробатические этюды Боя выдает здесь. Подготовленный бугай. Да у меня лучше Нивы у вас. У меня же кусок Тойоты там и патруля. Точно тут проедет. Ну сейчас попробуем. Стропу несет штурман. В белых кроссовках прыжок дальше однозначно. Ну почти. Красиво было. Все, еще кто-то должен заехать. Михалыч мочит нормально. Он думал, проедет просто, пацаны. Димон не верит в победу. Говорит, мост в колее, да. Ну, в принципе. Михалыч так это не оставит, я думаю.